Приветствую всех! Друзья, как я и обещал, после того, как вы наберете 65 лайков, я выпущу новую серию нашего пути к 15 миллионам монет. Вы свое дело сделали, так что новая серия к вам подъезжает. Сегодня мы будем собирать гибрид наций. Это с разделу продвинутых СБЧ. Честно вам скажу, на данном этапе именно продвинутые СБЧ самые выгодные в плане трейда и заработка монет. Кроме того, я еще трейджу много на информах, покупаю их дешевле, продаю их дороже, много снайпинга, но все-таки... СБЧ-шки, они всегда поспокойнее, они тоже всегда большой плюс нас выводят, именно продвинутые. И плюс всегда есть какая-то интрига, да, потому что вдруг вы поймаете что-то стоящее и поднимете большой-большой куш. Начнем мы нашу сборку с Squads. Здесь, в принципе, все игроки тоже пиксельные, кроме двух игроков, которые я поймал в паках, это Зоид и еще один парень. Они, в принципе, вот этот Лопес, они на маркете, честно скажу вам, идут по 350-400 монет поставки. Так что, кроме этого, все, полностью все остальные игроки, это Quick Sell исключительно. Данная сборка мне обошлась в 4500, мы получаем взамен пак за 15к. Дальше мы перейдем на вторую сборку, называется она The Six. Тоже прям очень-очень дешевая сборка, только два игрока дорогих. У меня получилось, это центральный защитник, голландец, и кроме этого всего, еще один полузащитник, тоже голландец. Между прочим, это классный фильтр, я вам скажу честно, в чем его суть. Голландские игроки с чемпионата Бельгии сейчас стоят примерно по 2500-3000. То есть вы можете ставить золотые игроки, Голландия и все, и бельгийская лига, и просто снайпить, и, честно говоря, они часто появляются, и вы сможете их спокойно перепродать. То есть я их заснайпил буквально за секунду, вот этого вормера и второго стороны защитника, и я их мог сразу же перепродать там за 2500-3000 в ту же секунду. А вот все остальные ребята были квиксельными. Спорка стоит 4500, взамен мы получаем пак за 7500. Сейчас мы перейдем к очень классной сборке. Я считаю, что... очень для вас было прикольно сделать скриншот данных игроков. Плюс сейчас я перейдусь индивидуально по каждому. Все игроки с данной сборки, исключительно все, идут по самой минимальной ставке. По самому-самому квикселу. Вот. Каждый из них не обошелся... То есть сборка в целом не обошлась в 5200 монет. То есть это прям очень мало, учитывая то, что у нас есть здесь 5 золотых редких игроков. Подтверждаем это дело, получаем их взамен пак за 45 тысяч. Потратив 5, получаете пак за 45 тысяч. И последняя сборка, она получилась не очень дорогой. И плюс еще минус в том, что я должен был поменять позицию правому защитнику и левому защитнику на фланговый защитник. И сейчас смена позиции стоит 1000 монет. То есть даже можно спокойно снайпить по 700 монет, да, и потом сразу же в ту же секунду перепродать за 1100. Очень-очень рабочий метод, и я вам скажу честно, вы можете практиковать. Например, я сегодня снайпил и за 200 монет заснайпил смену позиции. Вот, но я учту эти 2000, так сказать, в цену сборки. Вот, этот по квикселу, 900 монет за центрального защитника, за правого. Так, Родригес тоже вышел достаточно дешево. Пасторет тоже недорогим получился. Вот, самым дорогим игроком получается данной сборки получились крайние защитники, потому что я применял еще им смену позиции, которая стоит 1000 монет. В сумме это все стоило мне 11500 монет. И мы взамен получаем мегапак, который стоит 35 тысяч. И за всю сборку, которую мы собрали, получается, мы получаем еще редкий мегапак, если я не ошибаюсь, который стоит 55 тысяч. Сейчас я предлагаю посмотреть в мой состав, который я уже себе собрал, и, так сказать, помечтать о том, кого мы, в принципе, могли в этом паке поймать. Вот, такой составчик я хочу подготовить уже к первой викинг-лиге. У меня сейчас есть наличные 50 тысяч, и очень большие надежды я оставляю именно на данные пакцы, так что давайте мы к ним и перейдем. Начнем мы данное дело с самого плохого пака, а это именно премиум золотой пак. Здесь я вообще ничего не ожидаю, даже могу скипнуть, потому что, зная свою удачу в паках, там вряд ли будет даже 80-й рейтинг, я даже удивлюсь.
Вот, так что здесь ничего нового. Отправляем все в клуб. В конце я уже все посортую. И мы узнаем, сколько именно мы заработали. То есть мы начали все это дело. У нас было 51 тысяча. Вот, так что мы продолжаем. Данный пак за 45к, он всегда, так сказать, дает мне надежды на экранчики. Экранчики мы получаем. Да, не, ну Эриксон, наверное, нет. Это будет Каспер Шмейхель. Наверное, тоже неплохо. Я думаю, он что-то должен стоить. Руй Патрисио. Ну, а все остальное, это, в принципе, шлак. Отправляем в клуб. Вот, дальше мы получаем Prime Gold Players Pack. Что у нас здесь? Конечно, самые сочные пакцы будут в конце. Здесь тоже надежда на экранчики. Мы их получаем. Очень сильно хочу поймать какого-то информа. Это Тригерас. Тоже очень печальный улов. Он стоит абсолютный пиксел. Вот и Джон Стоунс. Джон Стоунс — это стоящий игрок. Также мы получаем взамен Басту, который, между прочим, тоже стоит немало. Давайте я вам посмотрю и скажу, сколько он именно стоит. Он стоит 1500. Ну, то есть, для такого игрока это достаточно много. Так, тоже отправляемся в клуб. Данного игрока мы отправляем в список трансферов. И переходим к двум самым главным пакам. Перейдем к мегапаку. Пак за 35 тысяч. И мы получаем информа. Аргентина, это этот кам. Ну супер! В прошлом видеоролике, между прочим, ссылки я оставлю на описание, в описании под роликом, я говорил о данном игроке и говорил, что в принципе было бы здорово купить одну карточку и просто поставить в клубе, чтобы она просто был. И если что, то по сборочку, по какой-то СБЧ он будет полезен. И в один момент он просто поднимется в цене, так что пусть он там остается. Что кроме этого? А кроме этого, абсолютно ничего. Итак, я отправляю все в клуб. Сразу же два дубликата. Мы тоже их обязательно продадим. Так что давайте, друзья, я сейчас сделаю все продажи и к вам вернусь. И сделаем, так сказать, отчет по нашему СБЧ. Теперь давайте посмотрим, сколько именно мы заработали на данных СБЧ. Я выставил все карточки на трансфер, они все продались. Информа и остальных карточек, которые шли по минималках, я просто квикселил. Хотел вам показать, сколько именно можно заработать на данных СБЧ. И в итоге получается, до продажи игроков у нас было 51 тысяча, плюс я на все это потратил, на все это СБЧ потратил 25 тысяч, получается 76 тысяч. И сейчас у меня 109, то есть с чистыми я смог заработать 33 тысячи. Это, конечно, немного, это, конечно, и немало, с другой стороны. Вот, прибыль есть прибыль, она поможет мне улучшить состав или же сделать какие-то хорошие инвестиции. Напоследок хочу вам показать, что за 3 дня я заработал 423 тысячи. Это хороший результат, но путь наш состоит к 15 миллионам. Так что у нас еще очень много всего впереди. Насобираем, давайте, 55 лайков. И я сразу же пишу новую серию или же обучалочку о трейде в FIFA 19. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!